Пришла одна ночь, один день. С того дня, как воришки пробрались в дом к феечкам, хотели утащить, но феечки все-таки отстояли свою и пригласили их пожить, потому что они подвезли их на повозке. Вторая часть этого сериала начинается. Этот сериал называется «Волшебня». Звездочка, звездочка, вставай, звездочка, вставай. Звездочка, вставай, куда ты там улетела. Иди сюда. Ты еще спать, что ли, хочешь? Да, что? Мы же с тобой в путешествие хотели слетать. Не разбудив никого, ты сейчас всех разбудишь своим... Ладно, пойдем. Возьмем этого, как его там? Эту бужекоровку, как его там зовут? Майкла, что ли? Да, возьмем его. А как думаешь, звездочка? Ну, не знаю, синеглазка. Может быть, лучше не надо? Надо, все, я его беру. Так, надо и кидающий ты жук. Я его взяла. Что? О, миледи, да, хватит, все. Смотри, пойдем с нами в этот путешествие. Пойдем. Ладно. Ты же у нас тут художник, как бы. У тебя такая шапка. Ну да, я художник, а что? Ну пойдем, короче. Пойдем, увидишь все сам. Окей. Пойдем, полетели. Ау! Что это было? Синеглазка, с тобой все в порядке? Ах, хаки-паки. Спи, просто я там подышать воздухом. Точно, ты никуда не уходишь, тебе же запрещено. Нет, я просто воздухом сглотнуть и за едой там попасть. Нектар как бы это собрать. Ладно? Окей, только не мешайте мне спать. Окей. Блин, да чё вы там... Вы чё, летать не умеете? Мы с просонью встали. Естественно, мы не умеем. Умеем, только с просонью мы встали. Не спать. Не спать. Сегодня мы можем в путешествие пойти. Представляете, будет классно. Ой, да неужели? Будет классно им. Сейчас я им покажу. Будет классно. Так, а ну-ка. Киси-миси, привет. А что это мы тут делаем? Мы тут ничего не делаем, просто глотнуть воздух. Ага, вы в поход собрались. Вам нельзя, вы под наказанием. Вы что? Так, все, я расскажу вам, хозяйке. Или тогда, знаете что, раздобудьте мне крылышко. Какое? Куриное. Чтоб я поела. И тогда я вас отпущу в поход. Ура! Так, сейчас, где курица? Так. Скажем, что это крылышко куриное, ладно? Ладно, все. Сейчас в панировке его за... в печь. Все, пойдемте нести этой Катине. А, на! Может, идти. Так, идем. Ну и куда пойдем?
Давайте пойдемте к художнику знаменитому. Какому? Никуда мы не пойдем, ни к какому художнику. У нас и тебя хватает. Я думаю, пойдем. Мы просто в поход в лес пойдем. И все. Полетели. Полетели! Летим. Блин, мне придется всех вас таскать. Мы прилетели в лес. Опа. А ну-ка, слазите с меня. Я вас, блин, носила. То на спине, то вас брала, блин. Тебя вот так вот брала, тебя вот несла на хвосте. Так. Я больше такого не хочу. Так, все. Так, ушли. Сейчас я найду... Это что такое мягкое? А что? Все, мы будем тут ночевать. Это зыбучие пески. Пойдемте отсюда быстрей. Песок. Интересно, откуда он? Ой, ой, а меня затягивает, друзья. Я сейчас утону в этом песке. Фух, вы меня спасли. О, песок. Хватит, никаких песков больше. Это не крыло куриное, это зелень. Ох, они сорванцы, я их сейчас найду. Кто мне дал зелень? Вот так и прошла вторая часть этого смешного сериала. Пока.